Башмет наконец-то добрался до Самарской филармонии. Коллектив «Солисты Москвы» празднует 25-летие. В честь этого ансамбль отправился в турне по городам, причем не только российским. Юрия Башмета называют русским Паганини и музыкальным демоном Сальтом. Такое ощущение, как будто вот воздушная какая-то музыка, вот легкая, как окруженная, настолько вот все вот в унисон, настолько все вот, не знаю, вот действительно как идеальное, да, вот какое-то звучание, вот какое-то совершенно какое-то вот. В репертуаре солистов Москвы свыше 300 шедевров мировой классики. Для зрителей звучит «Кол Нидры» Макса Бруха, для альта и струнных. Это такая молитва, которую читают в синагоге. Автор под впечатлением создал из нее музыкальную композицию. Огромное удовольствие слушать мастеров высочайшего мирового уровня. И приятно, что в наш город, далеко не провинция с точки зрения приобщенности к музыкальной культуре, приезжают звезды такой величины. Поэтому это большая радость, большое удовольствие, большой праздник для всех любителей музыки. Народный артист и лауреат государственной премии СССР Юрий Башмет выступал со всеми крупнейшими оркестрами мира. Маэстро возглавляет такие легендарные фестивали, как «Декабрьские вечера» и «Эльба». Юная поклонница Мария Волкогонова услышала мастера впервые по телевизору. Прямо на концерте дорисовывала портрет, подарила виртуозу и взяла автограф. Для маэстро 25 лет – это только расцвет коллектива. Взрослый уже, конечно, период, но такой расцвет еще, можно считать, и уже исполнилось. Весь сезон этому посвящали, и у нас огромный был турне по России. Солисты Москвы известны по всему миру. Концерты транслировали такие ведущие радиостанции, как BBC и Radio France. В 2008 году коллектив единомышленников стал первым российским камерным ансамблем, который получил Грэмми за всю историю. Даниил Лычко, Станислав Левин. События.